Более 1,5 миллиона рублей похитили у пенсионерки два телефонных мошенника. Ими оказались 19-летний житель Наро-Фоминска и ранее судимый 44-летний уроженец Республики Карелия. Злоумышленники действовали по заранее отработанной схеме. Звонок на городскую. Я снимаю трубку. Якобы звонит внучка. Захлебывается вся в слезах. Я попала в аварию. Сейчас я, говорит, передам трубку. Он берет трубку. И говорит, я полковник, значит, МВД, представился, вот, из Центрального округа Москвы. Вот, ваша внучка попала в ДТП, виновата ваша внучка. И предложили помочь закрыть дело об аварии за 1,5 миллиона рублей. Испуганная женщина выполнила требование и отдала 1 000 000 рублей молодому человеку. Спустя некоторое время потерпевший поступил повторный звонок от лжеродственницы о том, что необходимы еще деньги. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали двух правонарушителей, которые забирали деньги у заявительницы. В ходе личного досмотра у одного из задержанных обнаружен и изъят мобильный телефон, в котором находилась пошаговая инструкция по совершению неправомерных действий в отношении граждан. Полицейские МВД России по городскому округу Химки задержали телефонных мошенников. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.